Ну что, друзья, как раз успели мы к самому началу поединка. Играет футбольный марш, и на поле стадиона, который все-таки называется не «Авангард», а «Трудовые резервы», выходят обе команды. Вашему вниманию состав ФК Чертаново. В воротах сегодня Андрей Кузнецов. В защите справа капитан Александр Котов. Возвращается он после дисквалификации. Слева Владимир Бартасевич. В центре будут играть Денис Захаров и Александр Солдатенков. Напоминаем, что Захаров попал в основной состав после того, как травму голеностопа получил Илья Камышев, который пока не восстановился. Даниил Тюменцев в центре полузащиты, в опорной зоне. Там же будет играть и 13-й номер Федор Лимонов. Антон Зиньковский сегодня на позиции центрального нападающего. Справа в полузащите Сергей Гаранжа, слева Андрей Алексеев. Ну и выздоровел, была у него простуда, Роман Косинчук. Он сегодня будет на позиции диспетчера. В тяжелых погодных условиях проходит этот поединок. Мы находимся под небольшим козырьком, но все равно сквозь него вода почему-то просачивается. В том числе попадает на нашу технику, аппаратуру. В общем, если будут какие-то сбои, заранее просим прощения. На этот раз не удалось зацепиться в центре поля за мяч нашим игрокам. Вот опасно может быть. Выходит из ворот Кузнецов. Ворота пустые. К сожалению, пропускает Чертаново. Не сумел Леша Кузнецов мяч зафиксировать. Ну и первым на подборе был игрок в белом, игрок хозяев. Да, ну вот все началось, по-моему, с того, что поскользнулся Денис Захаров на подступах штрафной, освободил сопернику зону. Ну а забивает все тот же Артемий Малеев, который трижды забил нам на Янтаре. Будут разыгрывать Косинчук и Зиньковский. И, да. Вот сейчас уже можно навешать. Антон на скорости слева и бьет по воротам. Просил мяч Косинчук. Были там другие наши футболисты. Но не стали наши навешивать и возвращаются назад. Наши защитники. Это Соловья. А это желтая карточка. Денис Захаров на ровном месте ошибся. Отдал мяч сопернику. Ну и ничего не оставалось, кроме как... Перевод на левый фланг. Здесь одинокий Сойников, но вот уже атакует его Гаранжа. Зиньковский все-таки остался на позиции нападающего. Заброс в штрафную. Очень опасно. Пенальти. Солдатенков пытался в подкате остановить Пугачева, но сбил в итоге соперника. Еще одна желтая. И красная. Так это все-таки не Солдатенков, а Захаров правила нарушал. И уже в середине первого тайма мы остаемся в меньшинстве. Две подряд желтые. Ну, это, в общем, вы понимаете. Да, ну вот, наверное, все беды-то и начались с неаккуратной игры самого Дениса. Итак, Малеев против Кузнецова. Воспитанник Спартака против воспитанника Чертанова. Разбегается Малеев. Удар, и это 2-0. Хорошее исполнение, по сути, под перекладину. И даже если бы Кузнецов угадал направление этого удара, то, конечно, отразить его было бы невероятно трудно. 2-0. Алексеев, здорово. И, в принципе, тоже можно было давать предупреждение. Ну, авангард всей команды отходит назад. 7 игроков в белом своей штрафной. Подача от Косинчука, ну, не очень точно. И вот контратака Курска может получиться. Федь Лимонов должен, да, сыграть на Кузнецова. Тот зажигает высокую свечку. Котов будет за мяч бороться. Ну, в отеле шапочку взять для душа. Да, вот надо в отеле взять шапочку для душа. Правильно подсказывает режиссер и оператор нашей трансляции Андрей Первойкин. Потому что с крыши капает и очень, конечно, неудобно смотреть футбол, который, между тем, оказывается вполне результативным. Появляется на поле наша медицинская бригада во главе с вратарем, во главе с врачом, конечно, Сергеем Юрьевичем Артамоновым. А кто там на газоне? Непривычно. Непривычно, да. Ноги поскальзываются и, конечно, постоять тяжело. Вот Лимонов дает сопернику сделать прострел, и авангард забивает третий мяч. Ну, можно порадоваться хотя бы тому, что это
не Артемий Малеев. Это Максим Волков забивает гол 3-0. Ну, говорят, теперь они уже не сравняют. А почему не сравняют? Сравняют. Мы будем настаивать на своем. 3-0. Ну что? Ну, мы вообще-то бывало, что 3 мяча и быстрее пропускали, так что... Что наша команда? Зиньковский идет вперед. Мы все-таки не сдаемся. Наоборот, мне кажется, с каждым пропущенным мячом увеличивается желание поскорее забить. Бартасевич должен встретиться с мячом. Там рядом есть Алексеев. Бартасевич пока сам. Заброс на Косинчука. Тюменцев. Алексеев будет нацеленная подача на Рому. Косинчук пошел опять всех обыгрывать, бить не стал, но тяжело было пробить с левой. Хорошо, Алексеев отдал пас. Тюменцев. Бартасевич. Ну, мы в меньшинстве, но владеем мячом. Гаранжа! Хорошая передача! Будет удар! Косинчук! Бей! Гол! Роман Косинчук! 3-1! Ха-ха-ха! Отыграемся! Это мы всей трибуне говорим. Здесь официальные лица, инспектор. Ну, ничего. Ничего. Три-один, друзья, ну вот настроение улучшается. Ну что, этот гол как минимум показывает, что можно играть в футбол. Мы знаем, что перед нашей командой стоят задачи не только спортивные, да, не только подняться повыше в турнирной таблице, если будет возможность, но и главное это повышение мастерства футболистов, воспитанников футбольной школы Чертаново. И пускай так, пускай в меньшинстве, пускай уступая в счете, но можно. Это самое мастерство повышать, проявлять себя. Алексеев на левом фланге. Удачно. Еще одна хорошая передача на Косинчука. Косинчук. Удар. Еще один удар. Гол! Гол! Это кто забил-то? Это Зиньковский. Антон Зиньковский, да. Вот это уровень. 3-2. В концовке совсем интересный футбол. Отмечаем классные действия Алексеева на левом фланге. Хорошая передача. И столько событий было в этом тайме. Кажется, вот-вот должен прозвучать свисток на перерыв. Но можно играть. Митасов в центр. Успевает Котов. Митасов, да. Ну, это что-то из дворового футбола уже пошло. Такие обрезы, неточности. Что смешного? Все тут смеются вокруг над этим ударом. Человек хотел в девятку попасть и не попал. Вот сейчас Рома опять бежит вперед. Жидей выходит из ворот и выбивает мяч. Между прочим, до этого в момент с участием Зиньковского создал также Косинчук. Он отдал своевременную передачу на ход нашему седьмому номеру. Продолжаем мы атаковать даже в меньшинстве, что приятно. Алексеев назад на Бартасевича. Зиньковский подкат. Ну, друзья, пора уже это самое, Малеева-то, желтую давать. Нет? Ну, ладно. Гаранжа будет навешивать. Ну, вот к чему привел навес углового, вы помните, к пенальти, к фолу на Алексееве. Что будет сейчас? Подача от Гаранжи. Хватали на этот раз Солдатенкова, но хватали так. По-игротски. За это пенальти не назначают. Атака Курска. Опасно. Мяч был у Рогачева, но на этот раз он выбит из штрафной. Сколько нам еще играть? 2,5 минуты. В первом тайме. Ну, возможно, что-то еще добавят. Тюменцев налево, но не очень аккуратно. И Алексеев к этому мячу не успеет. Ну что? Наверняка будет опасно. 4-0.
4-2 ведет «Авангард Курск». Ну и вот уже на последних минутах зарабатывает опасный стандарт. Разыгрывают игроки, будет удар. Но здесь подкат Котова, ложится наш капитан. Под мяч в дальний угол, летит мяч, штанга! Вот это да! Но там тяжело, конечно, под ногами у Кузнецова самая настоящая лужа, грязь. И невозможно оттолкнуться. Поймали Лешу на противоходе. И повезло нам, как раз Артем Митасов, 10-й номер, бил поворот. Подача с угла поля. И удары 4-2. Ну что такое? Что такое, да. Ну вот высоченный 22-й номер Александр Воинов. Мяч летел ему в голову. Он поднялся вверх и пробил. Не очень понятно, кто должен был действовать именно против Воинова. Ну, еще и Кузнецов из ворот выходить не стал. Ну, наверное, там было слишком много народу. Долго-долго владеет мячом «Авангард» в районе центрального круга. Потеря, нет фола, Косинчук, Зиньковский, пошел вперед, выход 1-1, Антона, нет офсайда, забивай, Антоша! Ну, не получился удар, не получился удар. Все. Пошли в штрафную наши, но сейчас, конечно, не хватает нам роста, у соперника должно быть преимущество. Подача Гаранжи, пенальти, пенальти! Да, нарушение правил, желтая карточка. Желтая карточка. И кто? Роман Косинчук будет исполнять. Пошел Рома к этому мячу. Свалили, я, честно говоря, не понял, на ком? На Котове? Итак, Косинчук против Жидеева. Рома, давай. Ой-ой-ой. Красавец, вот этот пенальтист. Ну, так же, как и соперник, хотел попасть в девятку, но не попал. Перехват Сергея, но не успеем мы провести свою атаку. Свистит Алексей Амелин. 4-2. Самый результативный тайм в этом сезоне в зоне центр. Удаление Дениса Захарова, голы Косинчука и Зиньковского. Все это мы увидели в первые 45 минут. Ну и будем надеяться, вторые 45 минут окажутся не менее веселыми. Ну, давайте сейчас остался еще один вопрос. Посмотрим за этим ударом. Там и Малеев у мяча, и кто-то еще. Мяч проходит выше ворот. Ну, момент опасный. Вопрос такой. Хотелось бы узнать, будут ли играть в следующем сезоне футболисты старше 23 лет? Да, это интересный вопрос. Позавчера был совет лиги ПФЛ. И на нем командам, участникам соревнований второго дивизиона было предложено внести свои предложения в проект регламента на следующий сезон. Мы обязательно внесем от себя ряд предложений, и одно из них будет касаться именно участия за нашу команду игроков старше 23 лет. Спасибо большое Николаю Юрьевичу за это небольшое интервью. Да, смотрим футбол дальше, тем более, что атакует наша команда. Хороший перевод от Косинчука направо. Будет подача Гаранжи. Будет удар Бартасевича. Неловко. Ловит этот мяч вратарь «Авангарда» Жидеев. А там столкновение. Там очень больно и Андрею Алексееву, и игроку «Авангарда». Сейчас сразу не могу разобрать, кто это. В игру вступил Егор Рудковский, номер 14. Федя Лимонов, скидка на Гаранжу, и здесь нарушение правил. Этот матч напоминает тот, что случился в Брянске, по-моему. Мой коллега Максим Батейкин, который сегодня не сумел приехать в Курск, потому что посещал Байконур и участвовал в запуске той самой ракеты, которая потерялась. Так вот, он вспомнил, что в Брянске как раз так же и развивали события. Мы очень быстро пропустили 3 мяча, потом забили 2 еще до конца первого тайма. Ну и в концовке пропустили 4. В воротах Жидеев.
И полевые игроки Алексей Фарапонов, Александр Войнов, Игорь Хайманов, Денис Сойников, Денис Синяев, Максим Михалев, Максим Волков, Артемий Малеев, Артем Митасов и Юрий Пугачев. Вот момент создает авангард, добивание от Малеева, но очень неточно. Чертанова, Бартасевич будет, судя по всему, выбивать мяч далеко вперед. Так и происходит. Здесь Гаранжа, скидка в центр на Сарвели. Сарвели никак с мячом, по-моему, не встретится после выхода на замену. Здорово. В подкате Котов прерывает проникающую передачу. Рудковский. Сарвели. Нет, простите, Тюменцев. Направо Гаранжа. Вновь Тюменцев. Побыстрее надо расставаться с мячом Котову. Он это и делает. Рудковский. Хорошая перепасовка. И вот за счет коротких передач заходим мы до чужой штрафной уже. Но здесь прострел от Гаранжи. Прострел такой, как будто бы должен быть центральный нападающий у нас, фактурный. Но его-то и нет как раз. Рудковский. Здорово. Косинчук штрафной. Подкат неаккуратный. Рудковский сам пробовал пробить. Бартасевич. Пошел Зиньковский по флангу, хватает ему скорость, чтобы уйти от Синяева. И здесь на газоне оказывается Антон, неприятно, видно, что ему больно. Потеряли мы уже из-за травмы Андрея Алексеева, и не хотелось бы, чтобы еще и Зиньковский здесь. По-моему, он не, Уралмаш играл в крыльях Советов, по-моему. Ну, забивал немало в 90-х. Угловой наш ворот, подача, выходит Леша Кузнецов, выбить далеко мяч не сумел, и повторный удар Кузнецов уже отражает. Силовая борьба, вот опускаем мы наконец-то мяч вниз, Рудковский, справа есть Сергей Гаранжа, доходит до него мяч. Но от Узеньковского не получилось его остановить, дальше падает и Гаранжа, причем падает и не встает. Честно говоря, непонятно было, то ли был там стык, то ли Гаранжа упал по собственной инициативе, неудачно поставил ногу. И выходит медицинская бригада. ФК Чертаново, сегодня у него работы много. Может быть и Бартасевич. Нет, все-таки Рудковский на Бартасевича. Ну, пришлось отойти от ворот, и мяч доходит до Солдатенкова, да, нашего самого центрального защитника. Вперед Саша, получается передача на Рудковского, который успел выйти из офсайда. Что придумает Егор? Под удар Косинчуку, но успел прибежать соперник. Зиньковский. После выхода Сарвели ушел Антон на любимый левый фланг. Здесь подкат против Солдатенкова, но все с ним в порядке. Котов. Длинная передача на Сарвели. Нет офсайда. Здесь неожиданно из-за спины Влада выскакивает защитник. Вот сейчас встречает соперника на чужой половине поля авангард. За счет передач нам удается перевести мяч налево. Идет вперед Бартасевич. Наш нападающий просит мяч. Зиньковский оказался неподалеку вот Сарвели. Ну и вот Зиньковский отрабатывает в оборону. Молодец Антон. Он на самом деле остается самым быстрым на поле. Хотя отыграл уже вот почти 80 минут. Косинчук. Да. Зиньковский. Дальше на Рудковского. Нет, играем. 4-2. Подача Антона. Давай. Там было наше численное преимущество, но все-таки мяч выбивает игрок авангарда, который был один в окружении трех наших игроков. И вот контра атака Курска. Солдатенков. Здорово играет по позиции. Нарушение правил. Саня лучше. Саня лучше во втором тайме. Косинчук, Котов. Косинчук пошел вперед сам, но далековато мяч упустил. И вновь Солдатенков. На этот раз на втором этаже останавливает передачу. Котов.
Нашу команду ждет еще долгое путешествие в Москву этим вечером и затем ночью, лишь под утро. Ребята окажутся в Чертаново, ну и, соответственно, конечно, хотелось бы, чтобы они ехали в хорошем настроении. А для этого, ну, мне кажется, даже если один гол забьет команда, уже будет настроение хорошее, потому что получается, что второй тайм мы в меньшинстве можем выиграть у «Авангарда». Только вопрос, как забить этот мяч. Солдатенков. Солдатенков здорово, очень спокойно играет Саша. Зиньковский слева совсем один, получает мяч. Ну что, разгонится Антон, обыграет соперника. Надо попробовать это сделать. Разогнался, обыграл, но тут правило нарушил. И отсюда можно закручивать мяч в штрафную. Солдатенков выбивает мяч. Да все тут чисто. Играет Егор Рудковский, пошел вперед, атакует наша команда, останавливает Рудковского здесь, но нарушения правил нет. И надо бросать аут. На газоне находится 19-й номер «Авангарда» Алексей Фарапонов. Может быть, попал по нему Рудковский, но играл-то он точно в мяч. Александр Кот, хочу понять почему. Именно потому, что свалили на Рудковском, а свистка не последовало. Нарушает правила Рудковский. Ну, доигрывает команда матч. Ну что, давайте, наверное, подведем уже его итоги. В общем-то. Удар. Ой-ой-ой! Да. Ну, этот гол один из главных, наверное, итогов. Алексей Кузнецов пропускает мяч, который, ну, наверное, не должен был пропускать. Естественно, такой мяч – это самый обидный гол для любого вратаря. Капитан команды номер 17 Денис Синяев. Денис Синяев стал автором забитого мяча. Вот. Ну и что касается нашей команды, то, конечно, вот повторилась история Брянска. Вот именно в гостевых поединках, когда против соперника, который любит играть впереди, вот мы можем так провалить начало. Сегодня так и произошло. 0-3 получили к середине тайма еще и с удалением. А в дальнейшем-то мы играли неплохо. И забили, сумели забить дважды. Жаль, не забили третий мяч. В этом сезоне мы ни разу не забивали три мяча в одной игре. Но вот два удалось в меньшинстве. Зиньковский и Косинчук молодцы. Жаль, пенальти не забили в концовке встречи. 5-2. Нас обыграли, но Чертаново будет продолжать биться, это я вам обещаю. Спасибо, друзья, что смотрели нашу трансляцию. Меня зовут Сергей Дерябкин, помогал мне режиссер и оператор Андрей Первойкин. Надеюсь, вам понравилось. Мы стараемся, готовим для вас какие-то видео, которые вы, надеюсь, смотрите. Ну и всего вам самого-самого доброго.